Всем добро, с вами я, Страстью Про, это очередная часть выживания на одном блоке. Друзьяшки, сегодня это финальная часть, поскольку я не знаю, сколько здесь еще уровней на самом деле осталось, но по мне один блок у меня не очень хорошо зашел, вам он не нравится, да и вообще это выживание у меня получилось какое-то очень сумбурное, происходили различные события, в течение которых я теряла огромное количество ресурсов, а некоторые сундучки были пустые, то есть, ну, эта карта немножко баганая, ну и поэтому я решила сегодня завершить это выживание на одном блоке, ну и давайте посмотрим, и все-таки я сегодня покопаю, до какого-то уровня я сегодня опять докопаю, но и на этом, конечно же, будем завершать это выживание. Я уже успела все-таки достроить свой дом, дом получился достаточно таким огромным, но поскольку ресурсов у меня было не очень много, строила из булыжника, а также из дубовых досок, и получилось, ну, что-то такое огромное, массивная. А также, как вы помните, в предыдущей серии я сражалась с Варденом, поскольку у меня был биом темных глубин, и, конечно же, там был Варден, мне приходилось с ним сражаться, и какие-то ресурсы, конечно же, на этом уровне я добыла, их тоже было очень мало, ну и я построила такую, как бы, мини-комнату, ну, маленький кусочек такой древнего города, можно сказать, даже очень мизерный кусочек, ну да ладно, как вы уже помните, что каждый уровень я как-то отмечаю, то есть, ну, я строю определенные вот такие вот кусочки этих уровней. Конечно, я не все их здесь собрала, поскольку, как я уже говорила, во многих сериях мне приходилось умирать, и я теряла все ресурсы, и все мобы у меня, конечно же, тоже погибли, хотя остался вот такой один илэчик, и он здесь теперь летает, и мне это очень нравится, то есть, ну, практически с самого начала этот илэй со мной здесь выживает. Это меня радует, но да ладно, давайте сейчас я уберу вот эту вот пирамиду Хеопса, не знаю, откуда я ее сделала. А, наверное, это я в прошлой серии сражалась с Варденом. Ну да ладно, в общем, друзьяшки, конечно, потеряла я всех жителей, всех мобов. Ну и ладно, это есть выживание, игра есть игра, но я продолжаю копать уровень. Давайте все-таки выкопаю я сегодня один уровень, и на этом сегодня будем завершать мое выживание на одном блоке. Вот так вот получилось, может быть, не очень удачно, кстати, смотрите, появляются крысы, а может быть это на самом деле последний уровень, я уже запуталась в уровнях, я уже не знаю, не помню вообще какие уровни, и возможно, если здесь появляются вот эти вот чешуйницы, может быть это все-таки заключительный уровень, но давайте посмотрим, все-таки в любом случае мне нужно будет его выкопать, нет у меня железа, ресурсов, очередная боль майнкрафтера, я копаю алмазы, ну да ладно, я уже к этому привыкла, за это выживание я уже начала привыкать копать алмазы каменной киркой, копать золото каменной киркой, вот так вот все, конечно, с болью в голосе, но да ладно, я копаю дальше, давайте посмотрим, что здесь еще будет попадаться, и, кстати, мне на самом деле кажется, это, наверное, все-таки заключительная часть, и, наверное, все-таки где-то будет эндер-портал, потому что уже уж очень ресурсы похожи на то, что как раз находится именно в эндер-портале. Так, у меня крашеного кирка, давайте быстренько я сбегаю, скрафчу себе еще одну кирочку, и вот у меня появилась вот такая импровизированная какая-то решетка, и да, на самом деле по ресурсам это что-то напоминает уже то место, где находится портал в эндер-мир, скорее всего, наверное, это так и будет, и чешуйниц, смотрите, огромное-огромное количество, но, конечно, дойдя до этого уровня, я должна была уже максимально подготовлена, то есть у меня должна была быть броня, и вот опять баг, очередной баг, меня вот это вот на самом деле тоже уже бесит, попадаются пустые сундучки, в которых абсолютно ничего нету, но я-то знаю, что, скорее всего, в этих сундучках должно было что-то быть какие-то ресурсы, но этих ресурсов нету, и помимо того, что я, конечно же, в течение своего выживания теряла все ресурсы, да плюс к этому еще и попадались вот такие баганные сундуки, в которых абсолютно ничего нету, но как-то немножко обидно, поэтому вот, друзья, я и хочу завершить это выживание. Оно, конечно, интересное, но я в дальнейшем постараюсь найти более-менее такую хорошую карту. Хотя, с другой стороны, все равно эту карту пока не пройдешь, ты ее не затестишь, ты не определишь, хорошая эта карта или не очень. Кстати, все-таки я сбегаю сейчас, скрафчу топорик, и не очень хочется как-то доски ломать руками, и не очень это эстетично, конечно, выглядит. Но давайте, давайте помчимся все-таки дальше, буду я копать дальше, и вот железо. То есть, кстати, у меня там
одно железо есть, и вот еще одно железо, и, возможно, хотя бы на кирочку я себе могу нафармить, возможно, еще один кусочек бы железа, очередная чешуйница, то есть вот так вот. Ресурсы здесь выпадают, как вы могли заметить, абсолютно разнообразные, и если бы у меня, конечно, была бы соответствующая кирка, то все было бы отлично. Так, давай, сестра, есть упро, не особо-то тут, конечно, по сторонам разбрасывайся. Очередной сундучок, и в этот раз уже, смотрите, ну, в сундучке более-менее такие годные ресурсы, это уже неплохо. То есть, ну, вот это вот прям меня прям очень-очень радует, и хочется, ну, снова продолжать выживание. А вот когда попадаются пустые сундучки, ну, это как-то, конечно, такое себе. И вот, смотрите, очередная медь, но медь мне пока вообще, ну, никак не нужна, дерево, и какой-то получается такой смешанный уровень, опять чешуйница очередная, опять я тут разгромила, все, так, закрываю, пошел дождик, это не очень-то мне нравится, не люблю я, когда дождик, поскольку сейчас здесь заспамятся очень хорошие мобы, но самое главное, чтобы не было крипера, я уже боюсь произносить это слово, поскольку за это выживание уже многократно меня, конечно, подрывал крипер, и, соответственно, прям с болью в голосе я... копаю вот эти все ресурсы, все, смотрите, какой-то очередной уровень, и у меня, кстати, какой-то эффект темноты. Ну что, давайте посмотрим, какой будет следующий уровень. Все-таки интересно, что будет дальше. Друзьяшки, а вы мне напишите в комментариях по данным видео, вообще нужно мне продолжать дальнейшее выживание, или это будет моя финальная часть. Давайте вместе решим, будет ли продолжение, либо я сегодня все завершаю. Давайте посмотрим, что будет за уровень, все-таки интересно. Так, ну, смотрите, это уже что-то близкое, что-то... А, сестра Стивпро, ну давай, домой залетай домой. Фу, я зависла на мгновение, смотрите, кстати, это шалкеры. Но получается это что-то по типу эндермира, что ли? Ну, интересно. Давайте быстренько я вообще абсолютно рандомно выкину все ресурсы. Ну, мало ли, сейчас получится, что я опять все нафиг потеряю. Будет очень обидно. Кстати, железо надо будет поставить на переплавку. Так, друзьяшки, я пока рандомно выкидываю все в разные сундучки, потом я это систематизирую. Смотрите, если вы захотите, чтобы было продолжение, напишите об этом обязательно в комментарии под данным видео. Я помчалась... посплю, ну и давайте помчимся дальше, все-таки этот уровень у меня очень интересно стал, давайте все-таки я его постараюсь выкопать, этот уровень, и, кстати, надо посмотреть, что это были за зельки, может быть, это все-таки были какие-то годные зельки, а на самом деле, давайте, я вот положила эти зельки, но я не посмотрела, это зелье исцеления, зелье ночного зрения, что здесь еще, какое зелье, зелье силы, исцеление, зелье силы. А, ну, ничего такого нет. Нет, я думал, может быть, какое-то зелье такое более-менее мне будет годное. Но да ладно. Так, давайте... положу я сейчас уголечек, быстренько переплавлю железо, пускай у меня пока переплавляется железо, а я посмотрю, что там можно сделать с этими летунами. О, кстати, там образовался крипер. Вот, поэтому, друзьяшки, давайте поступим так. По факту, я сегодня решила вообще эту серию завершить. То есть, как я уже говорила изначально, что сегодня финальная серия. И по факту на этом я сегодня это выживание завершаю. Но все зависит от вас. Если вы в комментарии по данным видео мне пишете, чтобы я продолжала это выживание и дошла до конца этого одного блока, тогда я буду продолжать это выживание. А если вы скажете, ну все, сестра, Стивпро, давай завершай, я буду завершать. Поэтому многое зависит от вас. Проявите свою активность в комментарии по данным видео. Ну а на сегодня я завершаю. И всем, друзьяшки, пока. Может быть, финал? А может быть, еще и нет.